Переходим ко второму заезду. В составе сборной Чехии замена вместо Лукаша Волейника выступает Андрей Дивиш. И таким образом состав участников следующий. Сборная Чехии. Первая дорожка — красный нашлемник Андрей Дивиш. И третья дорожка — синий нашлемник Ян Клатовский. Сборная Австрии. Вторая дорожка — белый нашлемник Харольд Симон. И четвертая дорожка — желтый нашлемник Йозеф Кройсбергер. Сборная Чехии, сборная Австрии. Итак, люди идут вверх. И заезд возглавляет Харальд Симон. Многоопытный спортсмен из Австрии. На второй позиции держится Ян Клатовский. Далее следует Андрей Дивиш. И на последней позиции остается Йозеф Кройсбергер. Правда, сейчас Йозеф пытается достать своего соперника из сборной Чехии Андрея Дивиша. И вот сейчас, как раз в этот момент, спортсмены поравнялись, и Кройсбергер выходит на третье место. А тем временем половина дистанции пройдена, и Ян Клатовский пытается навязать борьбу лидеру Харальду Симону. В данный момент пока преимущество на дистанции у австрийских спортсменов. Поравнялись гонщики на выходе из этого поворота, но все-таки Симон удерживает лидерство. Остается каких-то 150 метров буквально до финиша. Заключительный поворот. И в острейшей борьбе. В острейшей борьбе. В этом заезде побеждает представитель Австрии Харальд Симон.